Приветствую всех на канале Разносторонние интересы. Сегодня опять будем разбирать мы телевизор. Телевизор у нас цветной. Опять горизонт. Но уже другая модель. Это у нас модель 51TC412i. Он меньше по размеру получается. По высоте то почти одинаковый с тем, что я предыдущий разбирал, но так вот по длине короче, вот сантиметров на 20. Сегодня отвертку взял такую большую из бензопилы. Открываем крышку аккуратно. Вот номер заводской телевизора даже есть. Раньше делали. Открывать не хочет. О, подцепил. Предыдущий телевизор был не очень таки, что богатый. Посмотрим, что в этом у нас. Наверное, то же самое будет. С виду только этих много. Напичковали флажков красных серебром, посеребрение содержит, и здесь много танталовых этих конденсаторов. Вот на одной плате 4 штуки стоит, вот его 5-й танталовый. Дальше что у нас тут? И здесь у нас большой транзистор КТ-846Б на радиаторе, трансформатор небольшой с медью, здесь бочонок от транзистора, еще один с пометкой В, маленький такой. Дальше трансформатор небольшой. На этой вот плате у нас идут бочонки. 1, 2, 3, 4, 5. 5 бочонков, транзистор вот с позолотой. Дальше умножитель высоковольтный. Вот высоковольтная катушка. И здесь вот большой транзистор стоит. Сейчас глянем, что за название, ломать не буду, хай будет, выпаять надо целеньким его. КТ-872А, 92-й год. Дальше вот транзисторчик. Думал, телевизор будет побогаче, но получается то же самое, что и позавчера разбирал. Дальше вот идут транзисторы у нас. 1, 2, 3, 4, 5, 6 штук. 6 транзисторов. Конденсаторы, флешки. Вот еще 4. Тантал с необием. И вот бочонок один небольшой. Ну и микросхема. Получается у нас 3 платки. Стоят. Сейчас все это дело откручиваем. Снимем. Посмотрим, что там. Они, кстати, снизу тоже откручивать надо, то не будем. Положим сейчас на торец. Итак, посмотрим, что тут имеется. А у нас тут стоят 2 транзистора. Это у нас КТ-340.
6А. Видно, позолота у них есть. Небольшой он. Язычок выступает, позолоченный, желтенький. И у второго тоже самое. Ну, здесь хотя транзисторчики позолочены. Здесь вот бочонок стоит, тоже вот маленький. Микросхема КР-121 УР-1 и КТ-174. Вот необи с танталом у нас. Да и все. В этой микрухе. А вот это что внутри, я не знаю. Открыли, не открыли. Хоть и открыли. Показать, наверное, не покажу, что там внутри. Если, конечно, не отобью эту, не. Сейчас отломаем ее. Вырвал вместе с платой. В принципе, можно и вторую также добыть. Хотя ломать-то платы не хотел, я не. Сломаю, чтобы показать, что внутри. А тут у нас внутри стоит один транзисторчик. Позолоченный, видно он. Ножка желтая. Язычок, вернее. Второй тоже желтый. И должен быть третий с этой стороны, вот, ну, вместо ее тут бочонок. Внутри тоже позолоту имею. Бочонок 1, бочонок 2 и бочонок 3. Получается у нас в этом телевизоре транзистора 1, 2, 3, 4. Правда, это тот ГТ-346А. Все равно с позолотой обычно ГТ белые идут, а это с позолотой. А этот у нас, может, тоже ГТ, там закрыто крепление, так не видно название. Далее у нас получается, к экрану доберемся. На том мы разбирали, было здесь вот прикручено винтами с двух сторон, с этой и с той, а здесь вот разнятое сразу, откручено. Снимаем с кинескопа аккуратно. Плату сейчас сниму. Оп. Здесь не на винтах, так легко снялась. Так, ладно. Потом резкое движение. Снимаем дальше. О! Быстрый разбор. Вот вырвалась у нас приемная плата под пульт. Смотрим, что на ней. Здесь у нас 4 бочонка видно. Диоды тоже будут с позолотой. КМ-ок не видно. Обычно стоят здесь КМ-ки, бывают, ну, нема этот раз. На кинескопе. На этой модели небогатая тоже намерена. Здесь у нас получается с позолотой эти транзисторы, но по меди в том телевизоре в горизонте была сплошная, здесь шла, а в этом полосками такими вот, совсем бедная на медь. Ну, из кинескопа. Такая вот у нас получилась. Оплетка с экрана тоже тоненькая, 5-миллиметровая, но по диаметру большая,
тоже не очень по весу, чтоб так. Сейчас себе хотел снять, посмотреть внутри там, что у нас по меди. Ладно, взломим. Открыли кинескоп аккуратно. Эту часть положу я сюда, чтоб стекла не делать. Будем снимать с экрана. Не знаю, как она эта хрень называется на экране, что назовем балда, короче. О, внутри здесь тоже медь такая, не очень, чтоб богатая. Ну, модель не приходится телевизора. Всех сплошное было здесь медью покрыто. А здесь полосами. Сэкономили, конечно, конкретно. Здесь вот получается полосками такими. Предыдущий был горизонт. Вот отсюда и сплошная такая медяха. И наружу была сплошная. А здесь бедненькая, совсем поменьше. Это все, что есть. Ну и вот эта тонкая оплетка еще, это медяха. Тут 10 грамм. Маленькая плата сейчас стоит там на регулировку. Но видно только эти флажки два. Флажки. Это что у нас? Кондёр пленочный. И резисторы переменные регулировочные. Под звук до яркость 4. И динамик тоже. Телевизор не богатый, обычно когда меньше телевизор, таких начинка пожирнее. Но этот пустое тоже. Экран импортный. Хотя телевизоры советские. Чтобы почитать, чье производство.